Дорогие друзья, мы приветствуем вас на межмуниципальном этапе фестиваля молодежного интернационального самодеятельного творчества «Арт Этно Микс». Организация подавала заявку в президентский фонд культурных инициатив и выиграла грант на проведение фестиваля интернационального молодежного самодеятельного творчества под названием «Art Ethnomix». Основная идея фестиваля состоит в том, чтобы молодежные или детские коллективы или сольные исполнители подготовили и спели номер «Танец» это или песня, или песня с элементами танца на своем родном языке, своего родного народа, и дополнительно второй номер песни или танец соседнего братского народа, одного из народов, который проживает в Российской Федерации. Народный ансамбль народной песни «Славица». Встречайте! А в некоторых песнях нет движений. Я еще люблю танцевать. Я сама музыкант, работаю в детском саду, сказка, суходоли. И с садика она поет у меня и танцует. Поэтому так, обязательно музыкальную школу. Я участвую в группе музыкальной школы «Первоцвет». Мы сегодня исполняли песню «По дорожке едет дяденька Лука». Ощущение прям восторг у меня. Мне очень нравится выступать. Дорогие друзья, мы определились с победителями. Было очень много заявок и очных, и заочных. И я от имени оргкомитета хотел напомнить, что данный конкурс проходит благодаря самой главной вашей активности, активности всех братских народов, которые проживают у нас на территории нашей области, нашей страны.